Томский политехнический университет – университет ресурсоэффективных технологий. Учрежден в 1896 году как Томский технологический институт практических инженеров. Первым почетным членом вуза был избран гениальный химик, великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев. ТПУ – вуз-победитель. В 1997 году был признан особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации. В 2009 получил категорию «Национальный исследовательский университет». Агентство «Эксперт РА» в ежегодном рейтинге вузов России поставил ТПУ на 7-е место и объявил его первым вузом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В рейтинге университетов мира QS World University Rankings 2015 вуз в группе 481-490. Томский политехнический университет впервые в своей истории вошел в один из самых престижных мировых рейтингов университетов – Times Higher Education. ТПУ сразу занял высокое место в группе 251-300 и стал одним из 3 российских университетов, попавших в топ-300. ТПУ – это 160 тысяч выпускников. Они проектировали Останкинскую башню, вертолеты Ми и Ка, бурили лунный грунт. Политехники – первооткрыватели месторождений по всему миру. Они управляют атомными станциями и запускают ракеты. Нам почти 120 лет, но мы динамичны. ТПУ – это 11 институтов. Здесь обучаются почти 20 тысяч студентов, которые станут профессионалами в самых востребованных мировой экономикой отраслях – ракетно-космическом комплексе, химической промышленности, геологии, в том числе морской, ядерной физики и многих других. ТПУ – один из самых интернациональных вузов России. 1/5 студентов – иностранцы, представляющие более 50 стран мира. Подготовку будущих специалистов осуществляет более 2000 преподавателей самого высокого уровня. Среди них – Нобелевский лауреат по химии Дан Шехтман. Мы растем, повышаем научно-исследовательскую активность. Научно-исследовательская деятельность ТПУ сконцентрирована в 6 междисциплинарных кластерах, решающих задачи в области ресурсоэффективности. Мы выполняем мегапроекты, которые могут качественно изменить жизнь на планете. Это промышленная томография нового поколения, радиофармпрепараты для ранней и точной диагностики онкологических заболеваний, создание сверхпрочных материалов и многое другое. Лаборатории ТПУ оснащены самым современным оборудованием. Мы ведем исследования и на единственном в России действующем учебно-исследовательском ядерном реакторе. Ежегодно ТПУ зарабатывает на научных исследованиях и разработках около 2 миллиардов рублей. И это один из лучших показателей среди российских вузов. ТПУ осуществляет научно-исследовательские проекты в интересах крупнейших высокотехнологичных компаний мира, таких как «Газпром» и «Газпром Интернешнл», «Росатом», «Боинг», «Роскосмос», «Шлюмберже» и других. Мы активны. В ТПУ развито студенческое самоуправление. Впервые в России был выбран кампус-менеджер. Университет на протяжении многих лет признан вузом здорового образа жизни. Мы поддерживаем институт тьюторов и любим спорт. Среди наших студентов многократные чемпионы России, Европы и мира. Волонтеры, подготовленные в центре при университете, принимают участие в подготовке и организации самых масштабных мероприятий по всему миру. В 2016 году ТПУ 120 лет. Но это лишь начало пути.